Об спорте. У Гомеля отбудутся республиканские олимпийские дни молоди по боксе. Удел примут мощнейшие спортсмены 1999-2000 годов народжения с усей краины. Поединки будут проходить в зале бокса областного центра Олимпийского резерва одиноборствов. Распочнутся с поборництвы 27 вересня. Финалы отбудутся 30 вересня. Об инших подеях спортивного життя Гомельской области у наступные 7 дней расскажет Максим Савин. У авторок усіх аматоров хоккея чекают на трибунах Гомельского льодового палаца. Хоккейный клуб «Гомель» проведет другий матч по финалу Кубка Беларуси супрать Гродинского «Нёмана». У первом матче, напомним, наши хоккеисты соступили с ликом 1-3. Праз два дни рыси уже у рамках чемпионата будут спрымать новополоцкий «Химик СКА». Параллельно у Жлобини сустренутся «Металлург» и «Витебск». У субботу «Витебск» сгуляет с «Гомелем», а «Химик» с «Металлургом». Мазырская «Славия» проведет на наступном тыдні две гульни чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе. У понеделок мазыране примут на своем поле бобруйскую «Белшину». У субботу гостевая встреча с гродинским «Нёманом». У первой лизе на наступных выходных сгуляют матчи 21-го тура. Гомель у субботу у Минску сустренется с зоркой БДУ. Светлогорский «Химик» проведет поединок супрать смолявичев. У неделю Гомель «Чыгунтранс» чакая у гости «Оршу». У мини-футбольном чемпионате в наступный уикенд отбудутся матчи 5-го тура. БЧ у Гомеля сгуляє с Витеном. ВРЗ отправится на выезд. Соперник Борисов 900. Агрокомбинат Паўднёвы будет принимать Светлогорский ЦКК. У жаночым гандбольным чемпионате 1 кастрычника помеж собой сгуляют лидеры. Черговый эпизод принципового супрацьстояния Гомель БНТУ БелАЗ пройдет у Минску. Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель».